В разгар лета мы приготовим с вами фаршированные перчики. Мы берем перцы, чистим их, делаем начинку. И вот они у нас готовы для того, чтобы их фаршировать. Мы приготовили начинку, обжарив лук, морковь, специи и добавив туда отваренный предварительно лосось, потому что это будут необычные перцы с лососевой начинкой. И теперь начинаем фаршировать их обычным методом, закладывая начинку внутрь перчика. Когда все перчики будут нафаршированы, мы погрузим их в бульон. Желательно, чтобы это был куриный бульон или мясной, наполовину разбавленный водой. Если вы будете использовать бульон, то само блюдо получится более вкусным. Наши красивые разноцветные перцы сейчас будут готовы. Подробности, как мы готовили начинку, смотрите на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Вот они готовы, и мы можем уже отправлять их в бульон. И вот наши перцы готовы. Вот такие красивые они лежат на тарелочке. И я надеюсь, вам понравится, и ваши гости сразу попросят добавку. Кушайте и наслаждайтесь. Подробности рецепта на сайте «Экзотика. Стиль жизни».